Привет, друзья! Привет! Поскольку происходят всякие разные события в этой ситуации неопределенности, когда отключают каналы и так далее, и так далее. Да, ну и у нас возникает всякие напряжения, безусловно. И когда у вас очень сильное напряжение и страх неизвестности, и какое-то неприятное состояние, и когда вы хотите его снять, чтобы голова лучше работала, чтобы вы могли быстрее понять, как садаптироваться в этих условиях неопределенности. Метод ключ. Конечно, я вам хочу сказать, вот там по незнанию некоторые люди пишут мне в комментах, например, когда я рассказывал о том, что если у вас напряженное состояние, доведите его до пика напряжения, чтобы потом появилась легкость и голова лучше заработала. А мне там пишут в комментах, да это же обычно известная там, ну, из китайской иглотерапии, да, или еще чего-то, например, дыхательная гимнастика бывает всевозможная, бутейка там, стрельниковая, много разных техник, а я вдруг говорю ключевое дыхание за одну минуту. Опять начинает кто-то писать, но не вникает в суть, не вникает в суть, не вникает в концепцию метода ключ. В ключе, в ключе. А это уже доказано многими годами. В ключе как раз-таки есть концептуально сформулированный механизм перехода напряжения в расслабление, и что частота повторяемого действия напряжения и расслабления в зависимости от исходного состояния, и когда человек подбирает себе этот ритм, нужный для себя, или на волне ключевая волна, или стоя шалтай-болтай, или лыжником, там я много разных приемов, впервые сказано, не в этом дело. И не в этом дело, а дело в том, что когда мы создаем пики напряжения с ожиданием образа будущего, у нас происходит переход, вот этот переход триггерно-квантовый, или как иначе называется, вы меня внимательно слушайте. Я вас призываю всех к тому, чтобы мы относились друг к другу внимательно. И особенно к тем, кто делится опытом. И у нас прекрасная школа «Человек будущего» Homo Futurus. И у нас и ВКонтакте это есть, и мой там аккаунт, и группы «Школа Человек будущего» Homo Futurus, и в Фейсбуке «Человек будущего». Ну, наверное, Фейсбук уже закрыли. Ну, может, там опять появится, откроет Фейсбук. Может быть, я не знаю, я просто говорю в условиях неопределенности. Мы находимся в этой точке бифуркации, как говорится, где все зависит от вашей личности. Насколько вы любознательны, насколько вы пытаетесь понять суть, а не просто там комменты пишете, чтобы самовыразиться. Нет, 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 моя школа, которой я горжусь, у меня там столько хороших комментов. О, я даже имена перечислять сейчас не могу, потому что это огромный список, сотни людей из разных стран, и мы все вместе там создаем науку человечности. Да, человечность – это что такое? Это быть друг другу с любовью человеческой, это быть друг другу с уважением, внимательнее читать, постараться, если непонятно, прежде чем высказываться, постараться вникнуть в суть вопроса, задать вопрос, если что-то непонятно. Или когда вы выдвигаете свой какой-нибудь критический комментарий, поставьте его под вопросом. Например, может быть вот так или так, чтобы кто-то из участников ответил вам, помог вам разобраться, чтобы вы были в диалоге со всеми, друг с другом. Я же и говорю, чтобы люди любили друг друга, понимали друг друга. Для этого надо, чтобы к человеческой сущности относились с уважением. О чем и говорили все пророки, между прочим. Да, просто разными словами, одно и то же. Быть человеком, вот что важно. А теперь я вам хочу следующее сказать. Школа «Человек будущего». У нас логотип «Homo Futurus». Значит, летающий человек в том смысле, что звезды над нами, космос внутри нас – и упражнения ключа, которые вы подбираете индивидуально, по принципам подбора, путем перебора, чего в никаком методе мира нету.
А сам процесс подбора путем перебора развивает креативность мышления, изобретательность мышления, позволяет вам в условиях неопределенности быстро понимать, ориентироваться, принимать неординарные решения. Это же все очень важно. Нужен индивидуальный подход. Сегодня крайне нужен индивидуальный подход, и поэтому метод ключ, который обучает принципу подбора путем перебора индивидуальных действий, стал остро востребован во всем мире. И поэтому невероятным образом количество участников разрастается, поэтому надо им помочь разобраться, как применять метод ключ, объяснять друг другу, писать комментарии. Поэтому мы есть и в Телеграме метод ключ Хасая Алиева, да, и ВКонтакте, как я сказал. И вот под этим роликом будут ссылки. Пожалуйста, прочитайте описание. Вот новичок, который сюда заходит, описание прочитайте до конца под роликом, чтобы понять, во-первых, кто я такой, какой у меня опыт, чем я занимался, что я врач, психолог, занимался и пограничными состояниями, и творческими состояниями, и готовил чемпионов мира, и участников Олимпийских игр, и так далее, и так далее, и так далее, чтобы вы понимали, с кем вы разговариваете. Это я говорю для новичка. Теперь я еще хочу добавить. Вот в связи с тем, что у нас происходит отключение некоторых каналов, мы тоже сейчас, пожалуйста, давайте рекомендации в комментах, пишите, пожалуйста, ваши предложения. Да, например, мне написали, да, что вот хорошо бы наш телеграм-канал развивать, и мы поэтому поставили комменты Открыли, мы там, там открыли открыли. комментарии, да. Да, Наташа Кузьмина мне помогает, подсказывает. Да, Итак, спасибо. вы подсказываете все, как нам сделать так, чтобы наша школа и наш метод ключ, который все время развивается общими нашими силами, совершенствуется вместе с наукой человечности. Мы совершенствуем все вместе метод ключ, обмениваемся там опытом. Так вот, пожалуйста, Наташа мне помогает, и вы помогаете все. Да, мы там сделали Да, что? на случай отключения На случай Фейсбука, отключения Инстаграма Фейсбука, Инстаграма и, не дай бог, Ютуба. и, не дай бог, Ютуба. Да, у нас Да. есть Телеграм-канал, У нас есть ссылка в телеграм-канал. описании, а также аккаунты у Хасая Да. в Одноклассниках и И ВКонтакте. ВКонтакте. Мать Берегиня. Мы еще одна из планируем, лучших моих картин. мы еще Да. планируем открыть Бастион. Бастион планируем открыть Да, еще. это кто смотрит такие Да. каналы, как Сталинград, Студия Рубеж, они знают, что на Ютубе нельзя такую информацию давать, и они всегда дают ссылки на Бастион. Вот мы там Да, тоже откроем мы свой тоже канал. откроем свой канал, и кто чем может, помогайте, давайте. Помогайте, пишите, подсказывайте, да. Может, у кого-то какие-то ресурсы есть для Да, этого, там, ссылки смотрите подключить, в включить, описании, там. на наши ресурсы Да. ссылки в Да. описании. Чего у нас есть очень хорошее еще, кроме нашего логотипа метода, задач, которые мы решаем. Никто еще в мире не ставил такую задачу — создать науку человечности. Науку никто не создавал такую. Это первое. Второе. Метод подбора путем перебора, чтобы каждый человек мог индивидуально себе подбирать то, что ему подходит. Потому что если ему не подходит какое-то действие, какое-то упражнение, он же вынужден, чтобы познать его, делать над собой насилие. А никакие практики оздоровительные, полезные, творческие, развивающие, духовные нельзя делать с насилием над собой. Особенно для людей в каких-то таких пограничных состояниях с психосоматикой, с нервной перенапряженностью. Надо подбирать. А вот принцип подбора — это только в ключе, поэтому он сейчас востребован. Если вы находитесь в чрезвычайных ситуациях, если вы находитесь в ситуации паники, тревоги или что, обязательно посмотрите, бесплатные ликбезы у нас на YouTube-канале. Обязательно посмотрите, мы их там транслировали несколько раз и ВКонтакте, и на моей странице там, и в группе там. И в Фейсбуке транслировали эти же самые бесплатные ликбезы, и в Одноклассниках, пожалуйста, есть Хасарев. И самое главное, у нас есть индикатор напряжения. Индикатор напряжения. А вот этот вот человечек, который вот здесь летает, звезды над нами, космос
внутри нас. Это вот, когда мы снимаем нервно-мышечные зажимы, у нас появляется легкость. Это символ. И вот это от 10 до 0, это 10 – это шторм, когда вам совсем плохо. А это 0, когда безмятежность, штиль. Шторм и штиль. Да, это виртуальная шкала стресса, которая сразу показывает, насколько вам тот или иной прием помогает, как быстро вы выходите из 10, вот когда вы штормит, совсем не знаете, что надо делать, на безмятежность. И там у вас негативные эмоции сменяются сначала нулевым, вот этим безмятежным, бесконечность, вечность, безвремение, сменяются на плюс, на позитивные эмоции. Без всякого насилия над собой. Это все можно делать, если это знать. Поэтому прошу вас, давайте активнее сотрудничать, активнее участвовать. И еще раз благодарю и благодарю и благодарю, всю жизнь буду благодарна активным участникам нашей школы «Человек будущего» Homo Futurus, потому что они поднимают нашу школу уже не один год. Спасибо вам, друзья. До встречи. Смотрите описание под видео, пожалуйста.